Вот иной раз, глядя на происходящее вокруг, так и хочется этот дурацкий стишок из детства вспомнить: и в наш колхоз привезли навоз. Соседний колхоз просит навоз, дадим — правильно, не дадим — зима наступит, сами съедим, начинаем. Наконец-то российский Яндекс опубликовал топ самых запомнившихся событий 2017 года. Из нашего, правда, туда попало немногое. Там есть о Лондоне, о Каталонии, даже о Трампе с его санкциями. В родной же стране год выдался каким-то неурожайным. Не так много запоминающегося случилось. Слава богу, теракт в метрополитене Санкт-Петербурга к разряду значимых отнесли. Еще вспомнили о митингах 26 марта. Правда, по какой причине те митинги случились, упомянуть забыли. А с другой стороны, чего удивляться? О протестах 12 июня одной строкой, типа, что-то там было, или как в той песне: ой, было, девки, было. Толпа гопников, мажористых придурков, которым, видите ли, захотелось испортить москвичам праздник. И получилось, что Навальный не против Путина. Навальный обратил своих гопников против людей. Ну, давайте посчитаем, сколько вывел этот полиграфыч мерзкий на улице. 1,9%. То есть вечные 2% дерьма. Тоже, да, помните этот фееричный эфир? Я, например, для себя столько нового тогда вынес. Ходишь не в фуфайке и валенках, стараясь более-менее прилично одеваться, а не дай бог, если брендовым чем-то разжился, например, хорошим смартфоном, сын коррупционера. Не разделяешь убеждений чиновника и выходишь на акции протеста, чтобы выразить свое фи тем, кто тебя обворовывает. Нехороший ты парень, агент Госдепа. Ну, повторять за Соловьевым не стану, я ведь, в отличие от него, себя и свою аудиторию уважаю. Да и доходы у меня поскромнее, чем у данного карикатурного персонажа. Не дай бог, еще в суд какие-нибудь его представители на меня подадут за то, что оскорбил, назвав персонажем. Это ж только в словах дяди Вовы ни один судья в нашей стране ничего оскорбительного не услышал. А мне многие люди, кстати, писали о том, что обращались в суды после данного фееричного выступления цепного, как будто бы журналиста, были посланы. Хайпанем немножечко. Хотя, знаете, не хочу об этих клоунах говорить. Время сейчас такое, врать и не краснеть. Доносы скоро, видимо, в моду опять войдут. Да, в общем, уже входят. Как мальцевских сторонников в ноябре вычисляли, никто не задумывался. Ладно, это реальная журналистика сегодня опять о прекрасном. Поехали. В Иваново хочу вас пригласить. Давайте заглянем в одну детскую больницу, что в центре города. Ой, там такая больница, сразу видно, центральная. Удивительно, что мэра с его детьми в данной больнице никто никогда не видел. Вообще, что ли, у него дети не болеют? Ах, нет. Это ж больница для народа, а слуги народа лечат своих отпрысков либо в частных клиниках, либо у горя специалистов где-нибудь на загнивающем западе. Согласен, такая роскошь не для избранных. Вот очередь начинается отсюда, с улицы. Здесь зал ожидания организован. Вот пункт приема анализов. Заходим в это шикарное помещение. Стабильное. Дверь. Высота 1,70 м. Зал ожидания номер 1. Площадью 5 метров квадратных. Зал ожидания номер 2. Снять по-другому невозможно. Это вот гардероб. А вы знаете, если честно, у меня есть рецепт, как превратить эти убогие муниципальные клиники во что-то нормальное. Хотите, расскажу? Итак, у нас же уже 25 лет медицина ни разу не бесплатная, она страховая. Ну, у каждого из вас есть такая бумажка или карточка, полис ОМС называется. Так вот, полис этот — это своеобразный платежный инструмент, как банковская карточка. Правда, оплатить с помощью него можно исключительно медицинские услуги, исключительно в казенных медучреждениях. А пополняется такая карточка всеми нами. Мы отчисления в фонд медстрахования регулярно производим из своих зарплат и доходов. Так вот,
Как все-таки превратить эти муниципальные убожества в приличные учреждения? А все просто. Достаточно разрешить принимать данные полисы и в частных клиниках тоже. Поверьте мне, муниципальные больницы тут же преобразятся. Это главврачи сегодня нам сказки рассказывают. Денег не хватает, мы еле-еле сводим концы с концами. В итоге мы видим то, что видим, вот это. Ага, а теперь давайте я вам расскажу, как там на самом деле все устроено. Действительно, участника прием, скажем, терапевта стоит несколько дороже, чем в районной больнице. Скажу, по Москве 950 тысяч рублей стоит данное удовольствие, но и в муниципальную клинику к врачу вы не бесплатно приходите. 600 рублей государственный терапевт стоит на минуточку. Просто вы этого не ощущаете, потому что платите не живыми деньгами, а какая-то там страховая компания деньги за вас главврачу перечисляет, и оно вроде как незаметно. А вот теперь самое интересное. Задумайтесь, какое количество народу проходит за день через терапевта частной клиники и сколько больных принимает врач в районной больнице. Я думаю, раз в 10 больше, из каждого 600 рублей. Напомню вопрос. Так какое же медучреждение больше зарабатывает-то и почему тогда мы видим вот это вот, когда приходим к муниципальному доктору? Ну и на этот вопрос у меня тоже есть ответ. Давайте рассмотрим среднестатистическую ЦРБ небольшого города, пусть это будет подмосковный Ногинск. Вот так вот ЦРБ-то выглядит, а теперь десерт. Как думаете, что за прекрасный трехэтажный корпус вы видите на данной фотографии? А он самый первый, вы на него тут же наткнетесь, как только зайдете на территорию больницы, верно? Это административное здание, где сидит главврач больницы, а еще друг главного врача, брат главного врача, сват главного врача, любимая собака главного врача. Не забывайте про директора и пятерых его заместителей, прочих полезных управленцев. И таких вот управленцев-начальников в данном медучреждении целое здание трехэтажное. И каждому зарплату платить надо хорошую. Каждому отдельный кабинет, оргтехнику, интернет, телефон и бла-бла-бла. А попробуйте найти административное крыло в частной клинике. Не найдете, потому что там его нет. Просто это, как правило, полтора кабинета где-то на задворках, никаких секретарей, да и сам главврач часто является практикующим хирургом или зубным техником, неважно. Нет у них лишних денег, потому что на содержание целой кучи бездельников. Теперь улавливайте. Да чего угодно это касается. Мою профессию давайте возьмем, можете сами сравнить. В каждом городе есть какая-нибудь маленькая местная телекомпания. Обратите внимание, как выглядит офисное здание такой телекомпании. Ну там, как правило, и не здание вовсе, несколько кабинетов в каком-нибудь деловом центре арендуются. В лучшем случае этаж, вот и сравните потом увиденное с офисом местного ГТРК. Вот, пожалуйста, здание Свердловских ГТРов. А вот ставропольских. Причем, если посчитать количество эфирного времени, которое эти ребята закрывают в своих регионах, там и часа в сутки не наберется, зато денег бюджетных в тех офисах осваивается. Вам даже лучше не знать, сколько. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете? И за все это, ребята, платите вы. Это ведь только я обращаюсь к вам по-честному, говорю, поддержите, кому сколько не жалко. Нас по монетизации, потому что YouTube часто кидает. С нами боятся сотрудничать рекламодатели, контент у нас неоднозначный, видишь ли. А Соловьев, он вас не спрашивает, он просто залезает каждому в карман ежемесячно и берет то, что считает своим, заработанным. К сожалению, у нас везде так, во всех бюджетных структурах, не только в медицине и в СМИ, похоже, ближайшие 6 лет
вряд ли что-то изменится. Ладно, закругляться пора, это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее сверху, пища для размышления больше. Заходите, просвещайтесь, на канал подписаться не забудьте, буду рад. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать классных модераторов, потому что нашел. Также реальная журналистика и вы на месте. Все. Всех с Новым годом, увидимся, услышимся и очень скоро. Пока. Пока. Инновации в столице спускают под землю. Речь идет о новых вагонах подземки. Они более комфортные, со специальной подсветкой и системой противозажатия пассажиров. Наша съемочная группа провела...